Всем привет! Меня зовут Мария, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами будем делать последовательность на балансе. То есть мы будем работать с нижней частью корпуса, мы будем пытаться, скажем так, находить устойчивость в совершенно неустойчивых положениях. Особенно интересен этот комплекс может быть для танцоров и, в принципе, для всех, кто хочет протестировать себя. Вот, поэтому давайте начнем в положении сидя, мы сделаем глубокий вдох, язык прижат к верхнему небу, подбородок слегка прижат к груди, макушкой тянемся вверх, нижний центр потянут. Глубокий вдох через нос, выдох. Дыхание под животом, два вдох. Взгляд на кончик носа. И пять. Отлично. Теперь мы переходим в положение сидя. Ноги либо в полулотос, либо по-турецки. Мы отталкиваемся слегка от коленей, выталкиваемся вверх, глубокий вдох, выдох, и будем делать дыхание абхастрика, будем с вдохом надувать живот, с выдохом сжимать, скажем так, лицо, форсированно выдыхать, при этом чувствовать, как воздух исходит из наших ноздрей. Мы сделаем таких 20 повторений. Между каждым повторением буквально полсекунды будет пауза. Давайте начнем. Глубокий вдох. Выдох. И 20 пульсаций. Вдох. Задержка. Глубокий вдох, выдох, еще раз вдох, 20 пульсаций.
Выдох. Глубокий вдох. И выдох. Еще пару дыхательных циклов. Вдох. Выдох. Полный вдох. Выдох. Отлично. Со вдохом мы плавно переносим взгляд на пол. Выбираем какую-то точку и затем стопы вместе. Мы пытаемся перенести вес вперед, оттолкнуться. Может быть, помочь себе руками. И отсюда с выдохом уходим в положение стоя. И мы переходим к началу ролика. Стопы вместе. Мы делаем здесь глубокий вдох. Выдох. Два вдоха. Выдох. И три вдох. И выдох. Со вдохом подняла ладони вверх. Утхахастасана. Выдох. Уттанасана. Наклон. Полный вдох. Отталкиваемся от пола. Спина прямая. С выдохом. Отшагиваем назад. Планка. Глубокий вдох здесь. Выдох. Переносим вес тела вперед. Меняем стопы. Переходим на подъемы, отталкиваемся максимально от пола, соответственно, расширяем спину, скругляем спину, ребра вовнутрь, вдох, выдох, два вдох, выдох, плечи над кистями, три вдох, выдох, четыре, выдох, и пять вдох. Выдох. Переносим тело вперед. Выдох, низкий упор. И плечо отправим до сна. Ногти прижаты к корпусу. Вдох, кобра. Таз прижат к полу. Взгляд в пол. Шея выпрямлена. Вытянута. Выдох. Собака морда вниз. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три. Взгляд по боку, отталкиваемся ладонями от пола, пальцы широко друг от друга. Четыре. И пять. Со следующим вдохом переносим вес тела слегка вперед, заняв ноги в колени. Примерно начало коврика. С выдохом укладываем спину в пол. Глубокий вдох здесь. Выдох. Поднимаем левую ногу вверх. Выпрямляем полностью. Стопа на себя, когда чуточка потянута. И мы делаем такую последовательность. Мы делаем вдох. С выдохом поднимаемся. 8. 7. Поясница прижата в пол. 6. 5, 4, 3, 2 и 1. Остаемся здесь. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. И переносим снова параллельно пол. Остаемся здесь. Глубокий вдох. Выдох. Теперь поднимаем стопу вверх и вниз. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Глубокий вдох. С выдохом мы переносим вес тела вперед. Остаемся здесь. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Мы ухватываемся за нашу переднюю ногу. Стопа на себя. Мы пытаемся эту ногу притянуть как можно ближе к себе. Сделать вдох. Может быть, сделать такой заход. Выдох. Два вдох. Выдох. Направим клетку вперед. И три вдох.
И перейдем отсюда в навасан. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Плечи от ушей. Выдох. Четыре вдох. Выдох. И пять вдох. Выдох. Хорошо. Опускаем правую стопу в пол. Мы делаем захват за большой палец левой ноги. И отсюда мы попытаемся перейти вперед, то есть оторваться, оторвать таз от пола. Есть вариант один, это вот мы хватаемся за большой палец, второй вариант за внешнюю сторону стопы. Делаем вдох, с выдохом переносим здесь вперед, пытаемся словить баланс. То есть для этого нам необходимо точно так же поставить стопу как можно ближе к себе. И мы остаемся здесь, 5 дыхательных циклов. Вдох, выдох, два вдох. Выдох. Три. Четыре. И пять. Плавно разбираем. Снова таки стопа к себе. Выдох на вас. Глубокий вдох. И с выдохом пытаемся ноги притянуть как можно ближе друг к другу. Вдох. Выдох. Хорошо. И плавно разбираем. Переходим снова в положение лежа. Поднимаем правую ногу вверх, глубокий вдох, 8 повторений, корпус уходит вверх, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и 1, глубокий вдох здесь, выдох. Поясница прижата в пол, два вдох, выдох, и три вдох, и с выдохом переносим ногу параллельно полу. Остаемся здесь, вдох, выдох, поясница плотно прижата в пол. Поднимаем стопу вверх, вдох, выдох, семь, шесть, пять, четыре. Три, два, и один. Остаемся здесь, глубокий вдох. С выдохом поднимаемся вверх, прижимаем правую стопу к себе. Глубокий вдох здесь. С выдохом пытаемся грудную клетку направить ближе к передней ноге. Выбираем свой вариант, возможно, мы остановимся здесь или сделаем такого рода захват. Или выберем первую вариацию. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Направляйся тело вперед. Три вдох. И выдох. Плавно разберем. Вдох. Выдох. Останемся здесь. Затем мы примем вторую ногу. На вас. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Вы всегда можете уйти в такой вариант. Три вдох. Выдох. Четыре. Выдох. И пять вдох. И выдох. Пускаем левую ступу в пол. Глубокий вдох. Либо захват за большой палец, либо за внешний, либо стопы. Глубокий вдох. С выдохом попытаемся оторвать таз от пола. Остаться здесь. Пять дыхательных циклов. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре. И пять. Плавно разбираем. Стопа к себе. На вас. С такой вариацией мы делаем. Мы пытаемся грудную клетку как можно ближе направить. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. С выдохом плавно разбираем положение лежа. И снова поднимаем корпус 8 раз. Вдох. Выдох. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Остаемся здесь, плечи от пола.
пол, вдох, выдох. Поднимаем ногу 7 раз. 6. 5. Поясница прижата в пол. 4. 3. 2. И один глубокий вдох с выдохом. Переносим вес тела вперед. Стопу прижимаем ближе к себе. Глубокий вдох здесь. И затем с выдохом снова цепляемся за переднюю ногу. Глубокий вдох. Выдох. Притягиваем одну клетку ближе к бедру. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. И выдох. Выпрямляем руки. Наласан. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. И выдох. Хорошо. Правая стопа ближе к себе. Снова таки. Уходим вперед. Глубокий вдох. И выдох. Поднимаем таз от пола. Остаемся здесь. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре. И пять. Теперь отсюда мы пытаемся выйти вверх. Либо же мы помогаем себе, допустим, мы берем блок, либо отталкиваемся от пола, либо же мы это делаем самостоятельно. Остаемся здесь. Глубокий вдох. Выдох. Правая рука на талию. Два вдох. Пытаемся сложить баланс. Найти точку на полу. И три вдох. Выдох. Затем, следующим выдохом, мы отрываем левую руку от стопы и задерживаемся здесь. Три дыхательных цикла. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три. Выдох. Хорошо. Глубокий вдох. Сняем ногу. С выдохом отрываем левую ногу назад. Таз закрыт. Поза на три. Руки отправляем назад. Выпрямляем корпус параллельно полу. Взгляд в пол, шея вытянута. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. И если получается, мы выпрямляем руки, вытягиваем их вперед. Три цикла. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. С выдохом поднимаемся вверх. Притягиваем колено к груди. Глубокий вдох. Выдох. Выпрямляем ногу. Цепляемся за стопу. На большой палец, как вам удобно. Находим здесь баланс. И с выдохом плавно будем уходить вниз. Глубокий вдох. И выдох. Словим здесь баланс. Выдох. Снова перейдем на вас. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре. Выдох. И пять вдох. И с выдохом мы разберем. И снова перейдем в положение лежа. Глубокий вдох. Хорошо. Со вдохом мы плавно поднимаем правую ногу вверх. Выдох, поднимаемся вперед. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Остаемся здесь. Плечи от пола. Вдох. Выдох. Поясница прижата в пол. Два. Вдох. Выдох. И три. Вдох. Выдох. Теперь вводим правую ногу параллельно полу, остаемся здесь, вдох, выдох, два, вдох, выдох, и три, вдох, с выдохом поднимаемся вверх, хорошо, захват за правую стопу, глубокий вдох, и выдох, наклон вперед, два, вдох, выдох, и три, вдох. Выдох. Есть. Отсюда
вопросам. Глубокий вдох. Выдох. Плечи утушить. Два вдох. Выдох. И три вдох. И выдох. Хорошо, левая стопа прижимаем. Стопу левую к себе. Захват либо за внешнюю часть правой стопы, либо за большой палец. Делаем глубокий вдох. С выдохом мы переносим вместе вперед. Отрываем таз от пола. Вдох. Выдох. Находим здесь баланс. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре. И пять вдох. Выдох. Хорошо. Со следующим выдохом мы будем подниматься вверх. Либо же отталкиваясь от пола, либо мы можем воспользоваться, допустим, блоком. Либо же выталкивая себя левой ногой. Глубокий вдох. И выдох, выдох вверх. Находим здесь баланс. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Руки на талии, остаемся здесь. Вдох. Выдох. Коленчечко потянуто. Два вдох. Выдох. И три вдох. И выдох. Хорошо. Сгинаем правую ногу. Глубокий вдох. С выдохом вводим правую ногу назад. Таз закрыт. Руки также вводим назад. Корпус параллельно полу. Вводим Вираконадрасана. Вариация Вираконадрасана 3. Взгляд в пол. Пытаемся здесь найти баланс. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. За следующим вдохом мы вытягиваем руки вперед. Корпус параллельно полу. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Затем поднимаем правую ногу вверх. С выдохом колено. Прижимаем ногу к плечу. Вдох. Выдох. Есть. Хорошо. Цепляемся за большой палец или за внешнюю часть стопы. Вдох. С выдохом находим здесь баланс. Мы можем находить точку на полу. И будем уходить вниз. Вдох. Выдох. Глубокий вдох. И выдох. Хорошо, на вас глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три. Выдох. Четыре вдох. Выдох. И затем мы притягиваем бедра ближе к ногам. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох, плавно разбираем. Переходим на спину, глубокий вдох. Выдох. Выпрямляем руки, стопы на себя. Цепляемся ладонями за бедра. Да? Выводим плечи вперед, вверх. Поясница прижата к полу. И отсюда мы отрываем ладони от пола. Руки параллельно полу. Остаемся здесь, либо же второй вариант. Вводим ладони назад. Голова между рук. Вдох. Выдох. Поясница прижата к полу. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Хорошо. И затем колени сгибаем. Позволим ближе к плечу. Глубокий вдох. С выдохом. Перекат вперед. Цепляемся за левую стопу. И пытаемся отсюда выйти вверх. Выдох. Глубокий вдох. С выдохом уходим вниз. После переката мы цепляемся за левую стопу. Пытаемся выйти вверх с выдохом вниз. То есть мы делаем вдох. Может быть, опять-таки, мы будем себе помогать. Может, нет, как вы чувствуете. Допустим, я использую какую-то опору.
И с выдохом пытаюсь уйти вверх. Глубокий вдох здесь. С выдохом пытаюсь уйти вниз. При этом не падаю сразу в пол, останавливаю себя. И снова разбирая, уйду в перекат. Выдох. Выдох меняю. Теперь, соответственно, левая стопа у нас заземлена в пол. Захват за правую, вдох. Выдох. Поднимаем таз в пол. И снова таки выходим полностью вверх. Вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох, уходим вниз. Хорошо, плика. Выдох. То есть мы сделаем пару раз динамично. Если вам нужно, используйте, соответственно, какие-то приспособления, отталкивайтесь от пола, смотрите сами, как вы чувствуете. С выдохом снова выходим вверх, вдох. И выдох вниз. Глубокий вдох. Выдох вперед. Вдох вперед. Выдох. Поднимаем таз от пола. Глубокий вдох. Выдох, выходим вверх. Находим здесь баланс. Вдох. Выдох, опускаемся вниз. Снова здесь вдох. Выдох, перекат. Выдох, уходим вперед. Цепляемся за переднюю стопу. Выдох. Переносим весь тело вперед. Вдох. И с выдохом выходим вверх. Глубокий вдох. Выдох, плавно переходим вниз. Глубокий вдох. И выдох. Снова вдох. Выдох. Глубокий вдох. И с выдохом выходим вверх. Глубокий вдох здесь. Выдох. И еще раз вдох. Выдох, уходим вниз. Глубокий вдох. Выдох, перекат. Хорошо. И с этого положения мы переносим тело вперед, пытаемся перейти, то есть сделать так, чтобы мы находились полностью вес находился на наших двух стопах, побудем здесь, и затем следующим выдохом мы отталкиваемся ладонями от колен, как будто пытаемся себя даже немножко обнять, делаем здесь вдох, выдох, глубокий вдох. Глубокий выдох. Затем мы поднимаем таз вверх. Ладони полностью уходят в пол. Пальцы широко друг от друга. Мы должны почувствовать на данном этапе, как наши колени уходят по направлению в подмышки. Мы даже можем перенести вес тела вперед, назад, вперед, назад. Скруглить спину, оттолкнуться максимально от пола. Представить, будто у нас между нами арбуз какой-то. И мы потянем стопу ближе к бедрам. Остаемся здесь, вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. И выдох. Затем мы плавно разбираем. Глубокий вдох. И выдох. Хорошо. Мы переходим в паштанасану. Выталкиваем стопы вперед. Делаем глубокий вдох. С выдохом уходим на пол. 8 дыхательных циклов. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь и восемь. С вдохом поднимаемся вверх. Выдох. Есть, отлично. Левая стопа уходит на поверхность правого бедра. Стопа на себя. Может быть, пятка даже слегка выходит за край бедра. И мы отсюда отталкиваемся руками от пола, пытаемся колено направить вниз. Глубокий вдох здесь. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Хорошо. Затем снимаем правую ногу. Выводим грудную клетку по направлению к голени. Отталкиваемся руками от пола. Глубокий вдох.
Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. И выдох. Есть. Хорошо. Мы выпрямляем правую ногу. И если получается, мы вот эту правую стопу по спице выкладываем ближе к груди. И закрываемся, как какая-то книжка. Остается глубокий вдох. Выдох. Два вдох. И выдох. Хорошо. Затем отталкиваем стопу назад слегка. И с выдохом вперед. Снова аккуратно назад и вперед. И еще раз назад и вперед. Есть. Хорошо. Выпрямляем левую ногу. Глубокий вдох здесь. И с выдохом мы левую ногу укладываем на левое плечо по направлению. Мы делаем здесь вдох. С выдохом сгибаем спину. Ладони у нас где-то на уровне, то есть на линии бедер. Может, чуть-чуть ближе к колену. Глубокий вдох. И с выдохом пытаемся приподнять таз. Если получается, мы приподнимем также ногу. Пробуйте. Возможно, мы воспользуемся двумя блоками и попытаемся отсюда. То есть, чем ближе мы заводим к колену, к плечу, тем нам по идее легче это сделать. Вот. И потом мы, соответственно, скругляем спину. И толкаемся на пол. Остаемся здесь, записываем вдох, выдох. Два вдох, выдох. И три вдох, выдох. Хорошо. Правая нога разминается. Заводим стопу вниз, да, то есть левая нога выпрямляется. Остаемся здесь, вдох, выдох. И снова вперед. Разбираем. Есть, хорошо. Глубокий вдох, выдох. Укладываем правую стопу на левое бедро. Отталкиваемся ногами, руками от пола. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре. Выдох. И пять вдох. И выдох. Сгибаем левую ногу. Вводим грудную клетку по направлению к правой голени. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. И выдох. Хорошо. Плавно разбираем. Укладываем левую пятку ближе к себе. Глубокий вдох. Выдох. Закрываемся. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Хорошо. Уводим правую ногу слегка назад. Выдох вперед. Снова назад. Вперед. Еще раз назад. И вперед. Есть. Выправляем правую ногу. Глубокий вдох. С выдохом мы заводим правую ногу, пытаемся уложить на правое плечо. Сделать здесь вдох. И затем с выдохом, если получается, мы скругляем спину, отталкиваемся руками от пола. Вдох. Выдох. Возможно, мы просто приподнимем таз. Возможно, мы приподнимем и левую ногу. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Хорошо. Теперь левая стопа ходит назад. Правая нога выпрямляется. Висим здесь. Вдох. Выдох. Пытаемся поднять таз. Два вдох. Выдох. И три вдох. С выдохом. Нога не касается пола, притягиваем вперед, вдох, выдох, разбираем. Сгибаем ноги в колени, глубокий вдох, выдох, пащаваджанасана. Пять дыхательных циклов, вдох, выдох. Два, вдох, выдох. Три. Четыре. Пять.
ваши планы на моем себе? Переходим в вариацию полного моста. Ложимся на спину. Стопы прижимаем ближе к бедрам. Глубокий вдох. Ладони уходят под плечевые суставы. Да. Разворачиваем ладони слегка наружу. Обратите внимание, пальцы смотрят, скажем так, на меня. Мы можем отсюда, допустим, сначала уложить макушку в пол, сделать вдох, остаться здесь, затем оттолкнуться ладонью от пола, выдох, выпрямить. И отсюда мы пытаемся оттолкнуться ногами от пола, направить грудную клетку в противоположную сторону, возможно, подойти стопами чуть ближе, выпрямить. Глубокий вдох, выдох, два вдох, выдох, три. Выдох. Четыре. Выдох. И пять. Выдох. Плавно разбираем. Колени прижимаем на такие глубокие вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. И три вдох. Выдох. Выпрямляем ноги, делаем глубокий вдох. С выдохом уходим в свану саранасану и позу перевернутой свечи. Выталкиваемся. Собираем лопатки вместе. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Стопы вместе, три вдох. Выдох. Четыре. И пять вдох. Выдох. И затем стопы уходят за голову. Вот здесь глубокий вдох. И выдох. За спиной у нас кистевой замок. Либо же мы пытаемся ладони прижать в пол. Вы пытаетесь сделать так, чтобы ладони не отрывались по плоскости. Возможно, кто-то опустит нас чуть ниже и подсоединит ноги в колени. И это тоже будет хороший вариант. Глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре. Мы плавно разберем. Глубокий вдох. И с выдохом стопы опустим вниз. Выдох. Оттолкнемся локтями от пола. Уведем грудную клетку вперед. С выдохом макушку кладем вниз. Лопатки собираем вместе. Глубокий вдох. Выдох. Два вдоха. Выдох. Три. Выдох. Четыре. И пять. Отталкиваемся локтями от пола, выводим голову вверх. И с выдохом укладываем плечи в пол. Колени прижимаем к грудной клетке, делаем глубокий вдох, с выдохом небольшой перекат, уходим вперед. Делаем здесь глубокий вдох, выдох, стопы ставим почти на ширине коврика, и затем мы делаем такое движение, мы укладываем ладони на поясницу, и затем локти уводим вовнутрь. Пытаемся нашими коленями, да, то есть нашими ногами, создать давление на руки и почувствуйте, как мы плавно уходим в наклон, скругляем спину, глубокий вдох, выдох, два вдох, выдох, три вдох, можно прикрыть глаза, выдох, четыре, выдох.
план. Поднимаемся вверх. И с выдохом мы либо уходим в позицию сидя по-турецки, либо в полулотос. Переходим снова в центр. Направляем взгляд на кончик носа. Делаем глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Дыхание под животом. Три вдох. Выдох. Правая рука, Вишну Мудра, средние указательные пальцы закрываем. То есть у нас такая получается какую-то раковину. И мы будем укладывать правый палец, большой палец правой ноздри. Сначала мы сделаем вдох двумя ноздрями. Затем перекрываем правую. Делаем выдох левой. Вдох левый. Задержка. Перекрываем левую ноздрю. Выдох правой. Вдох правой. Задержка. Выдох левый. Вдох левый. Задержка. Вдох правый. Задержка. Выдох левый. Вдох левый. Вдох правый. Задержка. Вдох двумя. Свободный вдох. Небольшая пауза. Правда, выдох. Еще раз вдох. Выдох. Задержка. Небольшая пауза, медленный выдох.
ладонью на мосте, можно прикрыть глаза. Мы делаем глубокий вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Мысленно благодарим себя за данную практику, благодарим друг друга, пространство, где мы занимаемся. И затем следующим выдохом плавно открываем глаза, расфокусируем взгляд, фокусируем взгляд. Спасибо вам. Надеюсь, вам понравилась данная тренировка. Напишите в комментариях внизу, возможно, какие бы виды практик вам бы еще хотелось видеть на этом канале. Возможно, у вас есть какие-то комментарии, идеи, пожелания, замечания. Я всегда рада вашему фидбэку. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, крепкого здоровья и всего самого лучшего. До скорых встреч!